Новый водовод, пожарные гидранты, водоразборные колонки, одним словом, дождались. После долгих лет обращений и жалоб в Новой Малыкле закончится проблема с водоснабжением. Кроме того, вода будет очищена на станции водоподготовки по современной технологии. В первую очередь страдает население, не хватает воды. В западной стороне части села у нас построены двухэтажные дома, административные дома, то есть микрорайоны. Построили мы еще и ФОК, нужно много воды нам. Воды не хватает, особенно в летний период, даже на первых этажах воды не было. Работы по реконструкции системы водоснабжения в Новой Малыкле начались в прошлом году. Тогда протянули две нитки трубопровода расстоянием в 3 километра, чтобы отрезать плохой участок. В настоящее время проводятся работы по постройке фундамента под резервуары с водой. 4 резервуара полиэтиленовые, вот они, видно их, по 180 кубометров каждые, 720 кубов. Они будут обвязаны и самотечным способом будет идти в Новую Малыклу вода. В отличие от других объектов, здесь не предусмотрена насосная станция. Вода будет поступать в дом самотеком, так как место установки емкости для воды находится на 30 метров выше Новой Малыклы. По плану окончание работ намечено на 1 декабря 2024 года. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.